Салем, Кормето де Стар. Сегодня 1 сентября. И мы едем в путешествие. Когда Варя не мешает. Все живые, здоровые, слава Богу. Это кипчакский боевой шлем. Полиция, видите, как? Вот. И что? 1 сентября даже настроение поднялось. Менты подняли. Нет, не менты, полицейские. Вот такая красота в остановочке. И сегодня мы едем в осеннее путешествие до, короче, Семея, до Семипалатинского. Ну, Семипалатинск бывший. Я хочу посетить город Курчатов. Это мне подписчики сказали, там тоже такой же совок, законсервированный, скажем так. То есть, ну, интересное место, короче. История страны, история эпохи, как бы, да, Советского Союза. Вот. Ядерные испытания там были и так далее. Так что попробуем туда доехать и посмотреть. Ну, не на сам полигон, потому что на полигон я не поеду. Ну, хоть забросы, не забросы, какая разница. Нет, я не хочу туда. Я хочу именно сам город Курчатов. Там такая архитектура старинная. Время там чувствуется, эпоха чувствуется там, да, вот та именно. Так что вот. Посмотрим, короче. Вот мы навигатор забили. Сейчас мы едем. Цепь я смазал, все проверил, масло есть, туда-сюда, все нормально. Ручки у меня с подогревом. Два резима, послабже, посильнее. Вот видите, два резима. Я сейчас поставил такой сильный режим, чтобы ручки мои не мерзли, как бы, а нагреваются они. Ну, сами рукоятки, и поэтому тепло ехать. Сегодня школа, 1 октября, вот дети ходят в школьной форме. Пробочка небольшая. Едем дальше. Вот погонщик гоняет вот из-за таких сумасшедших, потом аварии случаются. Шашечки, знаете, вот такие вот. Шашечки играют. Ладно. Потом что-то интересное будет. Дальше включу камеру. Надо. Надо еще купить водички, вот что. Водички. А где не газированная, не без газа? Без газа? Да. Вот же без газа. Без газа? Да, обычная вода. Без газа, да? Без синяя крышка это. Все, газ. Все, все, понял, Рахмир. Надо дорогу водички нам. Да. А одной вот такой не было, мы не нашли. Была черненькая. Пюаром. Это по магазинам? 1779 по КСМу. Вам чек нужен? Нет. Рух, нет. Все добро. Все добро. Это мы уже на выезде со страны, со Станусочки, в сторону Павлодара. Вон наша любимая Абу-Даби Плаза, Казахстан Тауэр, все небоскребы. И вот там остановочка. Пока-пока, скоро я приеду. Так, вот смотрите, кофр я купил, да, такой. Очень удобно весь в дороге. У меня вот за горизонтом событий мотоцикл был с кофром таким. И сбоку еще были. BMW F650GS. Вот туда я беру запчасти всякие там, туда-сюда, теплые шмотки там, всякие мыльные, рыльные, тут щеточка зубная у меня там всякая фигня, расческу я забыл. Ну ладно, и пятерней можно расчесаться.
такой. Вот, закрываем его, все. И едем дальше. Едем дальше мы. По навигатору. Пока-пока, ветерок поднялся. Но ветер хорошо, это, в принципе. Облака раздуют, дождя не будет. Поворачиваем мы на Павлодар, по навигатору мы едем, видишь? Ну сейчас выйду на трассу центральную, там навигатор мне уже в принципе не нужен. Сейчас опять будут степи привольные. Ну в эту сторону я еще не ездил. Прямо такое предчувствие чего-то нового такого, да, что я увижу, допустим. Палец у меня дырявый, вот видите. Новые места, новые аулы, новые города. Вот. Вот мы едем дальше по степи. В сторону Кипастуза уже недалеко осталось. Такие раскопки. Наверное, уголь добывают, да? Открытым способом. Ну, наверное. Не знаю, как. А, уголь вот черный. Такой ветер в степи прямо сносит. Вообще жесть. Такие вот карьеры. Поснимать? Ну ладно, и так пойдет. Так видно. Ехать, посмотрим мы сейчас. Я навигатор убрал в карман, чтобы это не садился. Какие-то населенные пункты. Бескрайняя степь. Заказал в интернете, скоро придет. Поставим. Видите, тут участок ремонтируют. Надо аккуратненько так проехать. Чай на вот тут какой-нибудь кафешки. Нету. Еду. Не забрал ни кафешки, ничего. Здрасте. Вот такие еду. Здрасте.
посадки стояли там. А вода, Караганды. Посадки здорово. Надо в какой-нибудь кафешку сейчас попить чайку, заправиться. Что-нибудь сожрать. Сейчас тут что-нибудь найдем. Экибастуз 62 км, Павлодар 177. Вот это зеленый пункт, вот там, может, что-то есть, где поесть. Вот населенный пункт Шидерти, Шидерти или Чидерти. Нам надо заправку, а вон вроде тебе есть. Экибастуз, пришли до Экибастуза, я доеду. До Экибастуза 26, до Павлодара 141. Заехал я, короче, в Экибастуз на заправку. По трассе вообще заправок нету. Это жесть. У меня уже желтый фонарь горит, и там близко последняя. Не знаю, сколько там осталось. 95-й есть. Хорошо. Здрасте. Есть 95-й, да? Да. 95-й есть? Есть. Вот сейчас заправится.
Заправились? Сейчас на конь-кафешку найти. Вот. Это, видать, родина Каныша Сатпаева. Наверное. Так что вот. Это мы экибусов проехали. Подъезжаем к Павлодару. 70 километров осталось до Павлодара. До брикаликов. Так, сворачиваем мы. Пока не сворачиваем. Надо заправиться. Заправиться, а потом двигать дальше. Не заезжая в Павлодар, сразу до Курчатова. Ехать 245 километров, короче. Заехал в поселок Береке. Заправку ищу. Все, парней спрошу. Пацаны, здорово! А не подскажете, где заправка тут где-то поблизости есть? Заправка нет, вот там. А там или там? Нет, там. А там что красный есть? Красный маска, еще другой. Красный маска. Сейчас посмотрим. Коты вон такие дерутся там. Где? Тут что ли? А где? А дальше нету ничего, да? Вот такая вот тема. А там какая заправка? А таких нет заправок-то официальных? Нет. Только вот такие, да? Бензинистые. Ага. А там Аксу поселок, там тоже нет, да? Нет. Нету. Только в Павлодаре, наверное, да? Да. Да, и Аксу. А что, дома никого нет или есть? Сейчас увидите. Блин. Здрасте. А есть бензин у вас? 95-й есть? Так. Я не знаю, сколько мне войдет. Может, литра 4. А может, 5. А может, 3. Пять-то? Давайте 5. 4 или 3.
Давайте пятерку, может, войдет пятерка. Угу. Сколько стоит? Лекжон он. А? 210 литр. Ага. Давайте сколько зальется, я уже плачу или сразу взять. Угу. Просто я не знаю, сколько у меня войдет. А воронка есть, да? Есть. Окей. Вот такой у нас. Маленько, нормально. Да вот тут нормально. Ой. Вот такие заправочки тут. Вот такие вот заправочки. Бензин вроде чистый. Сколько там пойдет? Фиг его знает. Ну это мне, чтобы в Павлодар не заезжать. Время терять. Я бы сегодня прям доехал до этого. До Курчатова. А там я сниму. Либо гостиницу, либо что-то. Вот такая вот у нас красота. Ты неужели все уйдет в топку? Пятерка вошла. Так, пятерка вошла, еще давайте. Еще да? Ну да. Чтобы до конца, до полной добить, чтобы. Тоже пятерка, да? А? Четыре дайте. 95, да, это? Ну че? А? Че? 95, да? Да. Сам был у нас. Все, уже помню, я не вижу. Вот литр вошел, да? Так, сейчас. Куда перевести? 777. 777? Так, мангикжиз. Упс. Все, Рахмет. Спасибо, пацаны, подсказали. Можно покатать? А? Можно покатать? Да нет, ты что? Убьешься, он же мощный. Че, как тут поживаете? Не скучно? А? Молодцы, пацаны. Подсказали мне, где заправиться. Спасибо, Рахмет. Вот до Курчатова осталось 200 км. 200 км. Время у нас 4 часа.
Мы должны ему успеть, в принципе, темно. Должны успеть. В общем, это, оказывается, не река, а это канал имени Садпаева, вот что. Это я потом увидел по трассе, там название было. Так что вот, такая вот тема. Канал имени К.С. Садпаева, питьевого назначения, на всем протяжении купаться, мыть машину, ловить рыбу и поить скот запрещено. Вот канал имени Камыша Садпаева. Вот такая вот тема. Вот мы сейчас по нему проезжаем, по мосту через канал. Вот он, канал. Там реку видно, это Иртыш. А я не знал, что в Казахстане течет. Иртыш река, видите? Иртыш река, офигеть. Не, знать не знал. Вот она река. Течет. Далека долго течет река Волга, вот вода на видно. Вот она, река Иртыш. Ехать нам еще 120 километров. Она что-то сожрать может. Вон супчика. Здрасте. Здрасте. Есть борщ? Есть. Отлично. Сейчас будем борщ есть. Вот такие красивые облака, гроза и радуга. Смотрите, какая красота. Вот такая красивая радуга, прям вообще огонь прямо.
Большая-большая такая. Такая красота-красота. Кругом небо нормальное. Не дождя ничего, а там дождь идет. И вот радуга такая. Красота прямо. Ляпота. Вот такая стелла. Аул. Кора-трек. Кола. Кора-терек. Вот такая дорожка пошла. Бомбически прекрасная. Ну там строят. Ну до сюда не дошли еще. А вот с этой стороны тоже начали делать. Тут нормально пошла. Все нормально, дорожка. Осталось где-то 55 километров. 50 километров. Курчатов осталось 35 километров. Вот видите, пастух на мотоцикле, короче, пасет. Вот он, видите? И пикает их. О, буренка пошла, пошла. Здорово! Современные технологии, да? Ягу на мотике хорошо пасти. Ага. Ну ладно, давайте. О, ты не пей, слушай, ты чё? Там же масло чистое, но молоко плохое будет. Дура. Пучок. Какой теленочек маленький-маленький. Ой, какой. Осталось там ехать 15 километров. Акжар. Акжар. Ау. Ехать дальше 7 километров. 10 километров. 7 до порога.